Всем привет. Для моего плеера заказал новые уши. Вот такого китайского исполнения. Какие же нифигенные. При желании можно будет заказать отдельно провод. Есть хороший провод. Порядка, ну от, скажем так, где-то 10 до 30 долларов. Хотя тут тоже, в принципе, мягкое плетение. Какая-то бумажечка еще тут есть. Книжица. Так, микрофон. Я заказывал без микрофона. Все нормально. Микрофон мне здесь не нужен. Какие же не офигенские. Так. Надо будет потом еще выбрать боксик. Амбушюры тоже есть. На всякий случай. Но будем работать с теми, которые уже стоят. Ну и вот так вот это выглядит. Так. По-моему, бомба. Да, хотелось бы, конечно, черные, но черных в наличии не было. Под 90 градусов. Очень замечательно. Ну, дубасят прилично. Роман вам сейчас расскажет. Я специально этот момент уточнял. Говорится не Айка, а именно Ика. Это на сотке. На Википедии тоже так написано. Не-не-не, это не Википедия. Я специально слушал, как говорят американцы, когда про эту группу, чтобы там решали. Окей, ладно, мы тебе верим. Короче, суть в том, что игра изначально очень была похожа на Ика. Но это не совсем верно. То есть я вот ее когда играл, ну, первый, может быть, минут 20, да, очень много. Ну, дубасят вообще отлично. Дубасят знатно. Ну и ухи сидят хорошо.